Всем привет, с вами снова я Бакфалк. И сегодня буду кувачный поединок, который пойдет 17 февраля. А я буду между Грегом Хауди и Джошем Уотченом. Шанс, что мы можем здесь 7-30 позже Хауди, и я возможно одержу победу нокаутом в первом же раунде. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также подтвердишь, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, написать комментарий и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь все это очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. И мы начинаем наш траншраж. И в первом на рынке выходит Грег Прынц войны Хауди. Дебютный поединок по кувачным боям. Prince is making his way down to the ring, and he does so with a confidence where he knows he put all the hard work in, and he's ready to explode inside those ropes. А вот выходит и его оппонент, Джош Уотчен. Два боя, одна победа, одна нокаутом и одно положение. Пять раундов по две минуты, но на таймере все равно будет пока же как 3 минуты. После в ускоренном режиме время будет идти у нас. Нам подшивляют Барышов. Сейчас рефери напомнит большим правилам, и мы начнем. Первый раунд, погнали. Клинч. Вмахивается Хауди. Очень пытается отвечать. Неплохо. Мимо. Помахивается Джош. Неплохо идет сюда Грег. Уотчен отвечает. Опять кот. Мимо. Керлинч. Восьмин. Точно Джош. Хауди отвечает. Мимо. Точен Уотчен. Блин, точен Хауди, Уотчен так как раз пропустил. Восьмин. Попадает Джош. Неплохо. Уотчен отвечает. Снова попадает Грег. Неплохо. Восьмин. Мимо. Уотчен точен. Восьмин. Мимо. Точен Хауди. Неплохо. А первый кот. Мимо. Первый он же ушел, и он за Хауди. 10-9, Грег впереди.
Yeah, well, what he has to do is his opponent knows what he has to do. His opponent has to throw punches from that side. What he has to do is take that side away from him. Position himself in the ring where those punches are not available to his opponent. You're leaving yourself open too much. Cover up. Throw the body, then to the head, then finish to the body. И у нашего раунда номер 2. Точно Гудлэг. Очень помахивается, Харди попадает. Мимо. А Пилокот. Неплохо. Попадает Очень и падает Шон Харди. Вот это да. И у нас первый нокдаун, дамы и господа. Шмотом, как это было. Неожиданно, конечно, получилось. Харди встает и бой продолжаешь. Мимо. Рашмен. Снова обменяюсь по мне удавами. Точно Джош. Мимо. Оба. Мимо. Точен Харди. Неплохо. Снова точен Гудлэг. Мимо. Фред очен Харди отвечает. Неплохо. Фред Джош. Мимо. Неплохо. Точно Очен. Авашмен. Мимо. Мимо. И второй раунд Очен забивает себя в копилку. 19-18, Джош ведет. Whenever he misses, count. Okay, keep boxing. You're doing great. You're making it hard for me. Stay away from that power hand, okay? Keep circling away from that power hand. I need you to keep moving side to side, all right? И у нашего вау номер 3. Точен Харди. Очен отвечает. Кэрлинч. Неплохо. Точен Гудлэг. Мимо. Харди попадает. Мимо. Очен. Точен. Шишает Харди. Мимо. Точен Гудлэг. Мимо. Кэрлинч. Мимо. Харди точен. Мимо. Рашмен. Неплохо. Точен Очен. Харди отвечает.
Мимо. Оба помахивают что? Мимо. Помахивает Шоучен. Харди отвечает. Кэрлинч. Мимо. Вашмен. Неплохо. И третий раунд уже Грегор. После первого пионерского боя у нас ничейный счет 28-28. Посмотрим, что же нам покажет вторая половина боя. И он сошлет тоже такой же счет. А у нас вау номер 4. Мимо. Точен Хауди. Кэрлинч. Мимо. Очен отвечает. А первый кот. Неплохо. Вашмен. Неплохо. Мимо. Хауди попадает. Смахивает Шоуршен. Мимо. Атакует Джош. Хауди выжидает. Неплохо. А первый кот. Мимо. Неплохо. Мимо. Точен Очен. Хауди отвечает. Вашмен. Неплохо. Точен Грег. It is frustrating his opponent. А Вашмен. Мимо. We know that the head's not there, but what's there? The body. He needs to start going downstairs. That will freeze up some of that head movement. Мимо. Опять кот и поражен Очен. Атакует Хауди. Очен терпит. Кэрлинч. Мимо. И этот раунд уже Хауди. 38-37. Грег впереди перед финальным раундом. У Дужоса мы видим в очечении. У Хауди тоже на лице мы видим гематомы. И у нас финальный раунд. Мимо. Очень точен. Вашмен. Мимо. Тоже там от Хауди, и это нокдаун. Не, дамы и господа, это нокаут. Один удар, и бой окончен. Вот это да. Смотрим, как это было. Но бой получился шедевральным.
победу нокаутом в пятом раунде одерживает Грег Плин с Валины Харди. Он все еще лишь был 38-37, у Отжима только второй раунд лежит нокдаун. Что ж, давайте обратимся к статистике. Харди попал 99 ударов из 227, у Отжима 78 из 198. У Харди 48 из 110 в голову и 51 из 117 в корпус. У Отжима же 38 из 105 в голову и 40 из 93 в корпус по раундам. Первый 22-21, второй 25-19 под нокдауном 0-1. 19-16, 4-й 30-19 и 5-й 3-3 по 7-1 3 по нокдаунам 1-0. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок, а с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большой пальчик вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь что-то очень сильно помогает развитию канала. Также подписывайтесь на другие социальные сети нашего канала, ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Все ссылки в описании. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.